Стивен Эмминджер. Вот это внимание, 42 номер. Наконец он появляется на площадке. Это первый матч канадца, защитника, которому 30 лет. Смотрим за атакой, и счет у нас в матче открыт. Рижская «Динамо» выходит вперед. Вторая пятерка соорудила гол вот уже в самом дебюте матча. Пол Щепура на дальней штанге. С передач Гинтаса Мей и Александр Неживе. Отличается. Хорошо очень разыграли. Прокатился Неживе, получил передачу от Мей. И вот дальнюю штангу замкнул Пол Щепура, который был очень активен в матче с Левом Пражским. И его шайба, в общем-то, позволила рижанам тогда повести.